Добрый день! С вами снова я, Владислав Наумов. На сегодняшнем уроке мы разберем упражнения, которые нам помогут эффективно похудеть. И в этом нам поможет Карепова Юлия. Первое упражнение выполняем в тренажере ДРТ. Это упражнение направлено на развитие мышц груди и корпуса. Выполняем выпрямление рук вперед с одновременным выходом на одну ногу. Делаем по 20 повторений на каждую ногу. Всего 5 подходов. Пауза отдыха 30 секунд. Для второго упражнения нам понадобятся лямки ТРХ. Из положения лежа на спине выполняем сгибание ног с одновременным подъемом туловища. Упражнение направлено на проработку мышц спины, ягодиц и задней поверхности бедра. Выполняем по 20 повторений. Всего 5 подходов. С паузой отдыха 30 секунд. В третьем упражнении нам понадобятся лямки ТРХ. Из положения упор лежа на руках подтягиваем ноги к туловищу. Упражнение направлено на проработку мышц пресса и поясницы. Выполняем 20 повторений. Всего 5 подходов. Пауза отдыха 30 секунд. Четвертое упражнение. Выполняем круговые движения одной ногой в лямках ТРХ. Упражнение направлено на проработку мышц бедер и ягодиц. Выполняем каждой ногой по 20 повторений. Всего 5 подходов с паузой отдыха 30 секунд. Для пятого упражнения нам понадобится боссу и медбол. Начинаем выполнять перепрыгивание через боссу в течение 1 минуты. Отдых между подходами 30 секунд. Всего 5 серий. На этом наш второй урок закончен. Занимайтесь больше спортом. Не забывайте про диету. С вами были Владислав Наумов и Карепова Юля. Всего доброго. До свидания.